Привет. Ну, короче, я решил, пока нас не закрыли на карантин, пойти записать это видео. Я хотел записать опять совсем другое видео, но приходится записывать это. Вчера ночью вечером пришла новость, что нас собираются опять закрывать на карантин. На пару недель, как минимум, на праздники. Дело в том, что в Израиле сейчас намечается Новый год. Как минимум 2 недели, а то и месяц торжеств. Сейчас опять все будут ходить друг к другу в гости, собираться в синагогах на праздники и в других интересных местах строить там сукки, ночевать в... Сукка — это такой, значит, шалашик прямоугольный, значит, пальмовых ветвей и, значит, и всякой другой интересной фигни. Короче, эпидемиологическая обстановка неприятная. И так уже зашкаливает все, что может зашкалить, а что не может зашкалить. Короче, я выбрался в Северный порт, с целью, значит, найти здесь укромный уголок и что-нибудь записать. Я почему-то думал, что в пятницу в 7 утра здесь будет немного людей. Я не очень умный, я очень сильно ошибался. Короче, здесь очень много людей, даже, значит, в 7:30 утра, когда я все это записываю. Еще одно открытие. Почему-то, значит, российское посольство затянули, помимо забора, колючей проволоки и сетки, теперь затянули непрозрачными белыми листами, чего-то очень боятся, я не знаю, отравления ядовитыми газами или чем-нибудь таким. Но зато на нем прикольно, наверное, можно рисовать. Я не пробовал, но если кто-нибудь на нем что-нибудь решит нарисовать, я не обижусь. Я рисовать, к сожалению, совершенно не умею. Правда, маркер у меня есть. Ну, короче, очень интересное явление. Что рассказать, не знаю. Нас вот реально собираются закрывать, и, короче, кажется, мы будем 2 недели сидеть дома, не отходить от дома не дальше 100-500 метров, зато, значит, придется сидеть дома и осваивать телесуфлер, который я опять протерял освоить, и, может быть, играть в какие-нибудь онлайновые игры. Мы тут с ребятами из медиазоны прикольно вчера поиграли в игру, название которой я, очевидно, забыл, про то, как в космосе нашелся предатель, и надо выкидывать его в открытый космос. Хорошая игра, всем рекомендую. Название я укажу тут чуть пониже. В других новостях я просто реально выбрался в Северный порт в надежде, что здесь будет не очень много людей. Людей здесь очень много, поэтому я сворачиваюсь и иду искать место поукромнее.